Ну а теперь кто? Так, Open Content Show. Грамота за участие вручается театр танца «Серпантин» за подписи всей судейской комиссии. Спасибо большое, это вам. За участие, об участии вручается студия танца и фитнеса «Exotic Dance Hall». Спасибо вас, спасибо большое. Благодарю вас и вручаю вам грамоту об участии, вручается студии танца «Адора Дэнс». Будем дружить. Я обещаю. Студия танца «Стейша». Далее. Стиль балет «Амплуа». Спасибо вам. Продолжаем вручать и благодарить. Студия «Калинка», это было круто. Места? У нас два третьих места. Как всегда у нас бывает. Итак, третьих места два. Это значит, что вполне возможно, где-то в Омске скоро вы будете спорить. Наше третье, нет, наше третье. Все, ну все бывает. Диплом за третье место награждается студия современной хореографии «Новая версия». Вот так вот баллы. Разделились, держите, это вам. Спасибо. И кубочек специально. А второй кубочек. Сейчас скажу. Кубок принесем, да? Я приветствую и также поздравляю с третьим местом «Фараона». Сейчас где-то выкачивают кубок и все-все для вас. Как всегда. Итак, идем дальше с корыто место. Одно, второе место так тоже бывает. Дипломом награждается за второе место команда «It's Static». Как интересно все. Ребята, грамота нужна в диплом. Ребята, я лично от себя, на правах ответа, приглашаю вас на вечеринку утром с вашим выступлением. Приходите, могу я это сказать? За деньги! 5000 тенге! Это касается, да, на нашем уровне? Соберемся, это серьезный мероприятие. Молодцы, кстати, молодцы. Кто же взял первое место и кому мы подарим деньги другой страны? Может быть, первое место... Студия танца на первое этого нарушения Аннабель! Танцуйте всегда и везде, как можно больше. Танцы! Где? Даже я вам.